Всем привет, друзья мои! Смотрите, что у нас есть. Да, всем привет, ребята! Что у нас есть? Кстати, а что у нас есть? Хороший вопрос, Сахарок. А есть у нас новая коллекция «Шоколадные яйца с сюрпризом» по мотивам мультика про Бубу. Буба, если кто не помнит, это такой прикольный домовенок. Я увидел эти яйца в продаже и не смог пройти мимо. Выглядят они очень круто, и надеюсь, игрушки там тоже будут прикольные. Надеюсь, мы с вами сегодня распакуем и останемся довольными. Да, шоколад тебе. Смотри, он на тебя похож. Так что давайте, ребята, не будем терять время и начнем распаковывать первое яйцо. Уже оно немножечко помялось, у нас сегодня очень-очень жарко, и шоколад начал немного подтекать. Поэтому уже он мягкий, смотрите, поломанный. Но нас это не остановит. Распаковываем первое яйцо, сняли шоколадную кожуру. И кто нам здесь попался? Судя по пакетику, ничего большого. Вижу там ноги. Распаковываем. И у нас здесь, ребят, это насадка на карандаш. Да, я думал, будет какая-то игрушечка, но будем надеяться, что что-то еще попадет. Смотрите, прикольный, красиво прорисован, хорошо так выглядит. Давайте посмотрим вкладыш, что же здесь может быть. Посмотрим хоть на коллекцию. Коллекция у нас здесь показывает, что есть 3D игрушки. И на садочке, да, такие на карандашик. То есть здесь и Буба, и белочки, и попугайчики. Класс, мне пока нравится. Друзья, кто в детстве тоже любил смотреть мультики про Бубу, ставьте лайк и пишите комментарий. Я обожаю Бубу, он мой кумир. Хе-хей! Ну что, давайте распакуем следующее яйцо. Тоже фиолетовое, тоже мягкое, все подтаяло. Угу. Потихоньку откроем. Да, выглядит не очень хорошо. Но вот достали. Убираем. И кто же нам? И знаете, судя, ребят, по весу, то здесь опять насадочка на карандаш. Да, я прямо отсюда вижу. Давайте откроем и посмотрим, что нам попалось. Здесь оно залеплено. Аккуратненько достаем. И кого мы видим? Снова Буба, но уже с огромным куском сыра. Прикольный. Я как Властелин колец, только Властелин Буб. У меня их много. Ой, пошел я. Итак, следующее яйцо на очереди. Распаковываем. Все мягкое. Надо это сделать аккуратно, чтобы не запачкаться. Извлекаем нашу капсулу и смотрим, кто же нам здесь попался. Ребят, такая коллекция, я надеюсь, ну хоть из пяти, хоть нам один попадется игрушка. Нет, здесь у нас снова Буба. Игрушечка мне не попалась. Распаковываем и смотрим. А, здесь у нас Буба без костюма. Но такой мохнатенький, беленький. Кстати, кто знает, кто такой Буба, пишите в комментариях. У меня уже 3. Сахарок, ты что, с них будешь шашлык делать? Нет, Саша, это большой-большой секрет. Но я Властелин Буб. Сахарок их нанизывает, как на шампур, этих Буб. И что-то рассказывает. По-моему, что-то он задумал. Ладно, давайте раскроем еще одно яйцо. Хоть бы была игрушка. Я хочу игрушку Бубу. Ребят, кто тоже хочет Бубу, игрушку, ставьте на паузу и ставьте лайк. Очень надеюсь, что здесь игрушечка. Распаковываем. И нет. Знаете, не такая уж большая коллекция. И мне не попалось ни одной игрушки. И судя по этому, мне уже и повторки пошли. Ну, прям совсем не серьезно. Он классный, он прикольный, но я бы хотел себе игрушечку. Стой здесь, никуда не уходи. И давайте сразу достанем последнее на сегодня яйцо. Распаковываем, все аккуратно достаем. Долой шоколад, все грязное, фу. Жарко, невозможно. И что мы имеем? Хоть бы игрушка. Но я уже отсюда вижу, что игрушечка мне не попалась. Жалко, очень-очень жалко. Да, это снова Буба, снова в костюме. И у нас аж 3 таких одинаковых. Стой здесь. Друзья, если вы хотите, чтобы у нас были новые распаковки каких-то интересных штук, всяких там антистрессов, таких интересных яиц, то ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Впереди у нас еще очень много всего интересного. Всем пока! А я пошел.